День, дорогие друзья. В данном случае мы смотрим на нашу модель катамарана Seafisher 410, ну, в такой вот топовой для рыбалки комплектации. Отдельно хочу сказать вам про силовые установки, потому что очень много вопросов. Кажется, что достаточно большой катамаран, там 4 метра, диаметр баллона 50, и кажется, что сюда надо мотор там не менее 15 лошадиных сил. На самом деле это заблуждение, потому что все наши катамараны, они водоизмещающего типа, и поэтому именно малой мощности двигателя они максимально используют. Если мы ставим более мощные моторы, то мы просто, ну, как бы переплачиваем за моторы и не получаем того эффекта, который должен быть. Потому что на глиссер наши катамараны не выходят. Приведу такой простой пример. Самый оптимальный двигатель для данной модели это 6 лошадиных сил. На 6 лошадиных силах два человека с полной экипировкой будут идти со скоростью 18-20 км в час. То есть это по сути глиссирующая скорость, но при этом очень экономично. На буквально холостых оборотах у вас будет троллинговая, даже чуть выше скорость. Вот. Поэтому если мы будем устанавливать более мощный мотор, там, начиная там, от 10-15 лошадиных сил, тогда просто нужно усиленный транец сделать. И скорость будет, ну, примерно такая же, как и у килевых лодок. Может даже чуть-чуть меньше. То есть, ну, если в этом смысл, конечно, решать вам, но мы считаем, что вот самый оптимальный это вот 5-6 лошадиных сил для наших катамаранов, это то, что нужно.